Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, давайте начнем, естественно, с того, что заберем все награды. Кто-то мне писал в комментариях, что в воскресенье прошедшее должен был добавиться новый герой. И я, как вижу, ничегошеньки здесь не добавили. Обманули. Или что-то попутали. Бывает всякое, ребята. Так, ну что же, давайте приступим. Ну, все у нас здесь пройдено. Ну, кроме последнего, конечно, уровня. Вы это прекрасно знаете. Давайте-ка мы... Что это такое? Я не понял. С какого перепуга я вдруг нахожусь на четвертом месте? Так дело не пойдет. Нет, так дело не пойдет. Так, у нас нету никаких ивентов, да, на этот раз? Жаль. Очень жаль. Я бы с удовольствием бы, ребята, поиграл. Оу! Давайте-ка с вами откроем. Выхлопная досталась. Хорошо. Или глушак, это непонятно. Давайте следующий открывать с вами. Так. Ну что ж, неплохо. И последний у нас с вами сундук. Да, хлебушки, магнитофоны, радио. Все это, конечно, хорошо, но не то. Для меня это не, как говорится, не важно. Так, что у нас там? Уровень автобуса. Когда же я... прокачаю, ребята, уровень автобуса-то. Шоколадка. Воу, сколько нужно денег, ребята. Опупеть. Нужно очень много денег. Также я хотел как-то вот этого братка прокачать. Но все почему-то у меня... Что это? Я не помню. Поджигает... Поджигает противника? Слушай, а он разве мог поджигать противника? Что-то я... Не понял маленько. И этот тоже у нас. Ну это понятно, это у нас... Что это за дела? С какого перепуга ты вдруг у меня стал поджигать противников? Давно ли? Я что-то не помню. Такого не было же вроде раньше. Чтобы он... Способность к сбросу на поле боя. Ну, это понятно, что я могу вставить. Так, высокая скорострельность. Защита от огня. Может быть, что-то добавили. Я просто так долго отсутствовал и чего-то не увидел. Ну, понятно, что... Так, ну, вроде бы остальное все как было. Все по-старому. Так, что это у тебя? Дополнительный урон и отталкивает противника. Понятно, у Сони... Ну, у Сони все как было, так и осталось. Ладно, хорошо, ребята. Вот такая у меня команда. Так, ну, а мы с вами, ребята, естественно, выбиваемся сейчас в топ. Я уже даже на 8-м месте. Так, хорошо, давайте-ка посмотрим, ребята, что у нас здесь не так. Почему у нас так происходит? В бой... Естественно, ребятушки, в бой сразу же делаем серию побед. Смотрим. Так, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Хорошо, первая победа за нами. Но был очень такой накал, если честно. Смотрим далее. Эть, не добежал. Так, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да что же за фигня такая происходит? Ладно, давай дальше смотреть. Упали. Отлично. Пока у нас один проигрыш. И это плохо. Давай сразу его. Зажарь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успеет? Нет, не успел, ребята. Да что? Да как он там бомбит-то, я не могу понять. Сразу двоих сносит, блин. Тут что-то как-то не задалось у нас, по-моему. Какой? 11 уровень, да? Ну, сможешь снести башню-то? Я сейчас буду долго смеяться, если... Да ладно, блин! Да что за ересь-то получается здесь? Я офигею просто, блин. Блин. Как так? Я не врубился. Уже огнеметчик может сгореть? От другого... Чё-то тут... Так, ребят, что вообще происходит здесь? Я не пойму. Огнеметчик может поджечь уже огнеметчика? Раньше они не могли почему-то такого делать. Сейчас уже могут. Да, видно, что-то я много упустил. Я не могу понять, или мой огнеметчик такой сына, что его так разбирает, или в чем проблема? Или снайпера и стрелки так усиленные стали? Ну, что у нас получается? Ладно, здесь сожгли. Ну, Соня, что стоишь-то?
Офигеть, 4 победы у меня всего лишь, ребята. 4 победы, я такого давно не помню захода. Это что за дела? Это что за дела, я вас спрашиваю? Так, то, что я на первом месте, это все фигня, ребята. Вы посмотрите, сколько я не смог еще победить. Давайте глянем, разберемся с нашей колодой для начала. Снайпер. Нужен ли он нам сейчас? Я думаю, что вряд ли он нам сейчас пригодится. Мне больше, знаете, кто... Нет. Нет, не получится. Я хотел взять вот этого рейнджера. Но нифигашечки, не получится. Не получится. Ну, давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Вот такой вот замут. Уберем огнеметчика. Поставим сюда с вами Кэпа. Поставим сюда Соню. И вот так вот сделаем. Только вот сюда вот этого механика поставим, потому что его обычно любят сразу чикать. Ах, вот, даже еще и снайпера могу поставить, ребят. Ага. А ну-ка, давай-ка посмотрим. Посмотрим, ребята, что у нас получится из такой вот комбинации. Так, поехали. Снесли. Что-то как-то хреновенько, ребята, выходит. Без огнеметчика-то. Без огнеметчика как-то хреновенько получается, ребят. Хм. Так, ладно. Огнеметчика придется нам вернуть. Только вместо кого? Вместо Кэпа. Так это получается мой старый состав, елки-палки. Один в один. Ну ладно, попробуем вот так вот. Сохранить. И сыграть. А ну-ка. Предположим. Не понял я. Сейчас-то что произошло? Как он взорвался? Я не понял. Шокер, что ли, его бомбанул? Или что произошло? Так, подожди. У меня какого уровня вообще мой огнеметчик? Я что-то не могу врубиться просто-напросто. 13-го. Так в чем проблема? Я не пойму никак, ребят. Почему он такой ватный? Так, он ватный у нас, потому что... Потому что вот здесь, может быть, все хреново у него, а? Давай-ка вот так вот сделаем. Тут тоже сбросим. Так, так и вот так. Ну, вроде бы здесь у нас... Так, атака. Атака у нас практически везде хороша. Ну, по здоровью... Ну, вот здесь вот здоровье, конечно, плюс один. Это, конечно, никуда не годится, но сбрасывать я не буду. В итоге у него здоровье 46, урон 39 и удача 69, скорость 5. В чем проблема? В принципе, неплохой боец. Но вот этого, конечно, тоже, ребята, надо прокачивать. И желательно как можно быстрее. Не будем мы тратить на него вот этот хлам. Мы с вами должны все это делать через нашего старого приятеля. Вот этого вот. Так, консервы. Это нам дает здоровье. Так, здоровье 3. Очень много лекарства. Так, лекарства переделаем. Но нам нужен порох, насколько я помню, ребят, чтобы... Так, это все у нас для ближников. Порох. Сейчас получим с вами замечательную штуку. Опять же, на стрелка, ребята. Х3. То, что надо. Ой, хлеба-то сколько. Вот это все надо будет продавать. Ну, давайте еще сделаем с вами лекарство. Так, так, и вот так создаем. Деньги просто как... Оу, подожди, я консерву там, по-моему, ребята, бросил туда нечаянно. Ай, ладно. Фиг с ним. Ну, теперь давай пробовать дальше как-то воевать. Ну-ка, дай-ка я вот сюда. Что это... Кто это вообще на первом месте? Кто и что, и с чем он там? Так, ладно. Воу, 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 ребят, вы прекрасно видели. Это читер, стопудняк вам говорю. Почему читер? Потому что он 17 уровня. И 17 уровень, вы знаете, чтобы здесь получить 17 уровень, сколько здесь нужно играть? Вы не представляете. Это нужно было, наверное, с самого создания игры тут рубиться каждый день, не по одному часу. Вот и все. Тут, ну вот как вот может быть такое, ребята, 12 уровня. Тоже какой-то читер.
12 уровня он рвет всех. Хорошо, давайте попробуем тоже сделать вот с вами. У меня, правда, он не прокачанный. По-моему, ну, я про этого, про Вилли. Он не прокачан у меня. Какой у него уровень сейчас, мы глянем? 11, да? Ну что же, вот смотри. Не сюда я зашел, блин. Давай вот возьмем колоду, уберем с вами механика и поставим... Так, Вилли-то мне доступен будет или нет? Снайпершу я уберу и поставлю вот сюда вот Вилли. Кстати, я заметил, что Соньку никто практически не берет. Может быть, она уже не котируется, а, ребята? Вот так вот попробуем. Ну что, поехали. Посмотрим. Так, как он мог с удара убить? Я не пойму, ребят. Ладно. В этой компашке нам огнеметчик не понадобится. Здесь нам понадобится... Я даже не знаю, кто понадобится. Кэп, скорее всего, нам понадобится. Поэтому сейчас мы с вами переставим маленько. Так, колода. Убираем Сони. Точнее, убираем, блин, огнеметчика. А выставляем сюда... Выставляем сюда Кэпа. И выставим, пожалуй... Слушайте, знаете, что... Нет, не хватает почему-то у меня на этого. Соньку я не хочу, ребята, брать. Механика, что ли, блин? Ну, давай вот так вот попробуем. Предположим. Все. Попытка не пытка. Погнали. Да, затянется, по-моему, у нас, ребята, серия тут. Но... Да как же так-то? Ладно, хорошо. А чё ты мажешь-то так? Я не... Я что-то не могу понять. Чё за фигня-то? Чё за дела-то? Он стреляет в упор и промахивается. Да чё за... Чё за детский сад? Так. Где мой кэп? Давайте его посмотрим теперь. Получше. Что с тобой не так? Я не могу понять. Сброс делаем. Так, так. И вот так, улучшаем. Здесь я... Блин. Блин. Зря я сделал сброс. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Ничего хорошего, ребята. Слушайте, говорили, что медик теперь у нас лечится из синих юнитов. У медика теперь аптечка как лежит, так и лежит. Она не исчезает. Что мне это даст? Да ничего. Так, колода. Хрень вот эта вот полная, я вам скажу. Вот это вот хрень какая-то. Ходячая, блин. Давай, иди сюда. Так, ты сюда. Сохраняем. Поехали. Ну... Бум. Ну, добьешь ты Вилли или нет? Добил Вилли, молодец. Ну, дожить он не дожил, ребята, до рассвета. Так. Косят. И мой косит, и его и косит. Ой, это что такое? О-о-о. Воу-в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 оу. Мы выиграли, ребят. Офигеть. Жесть какая-то. Чисто случайно. Ладно, давайте поехали. Эльза у нас здесь. Да какого же лешего-то тут происходит? Эй, эй. Так, ладно, предположим. Сейчас завалят его. Так, ну что я вам могу сказать. Для этого отряда нам нужно брать, естественно, огнеметчика. Все легко и просто. Я не знаю, почему мы здесь с вами проиграли. Ой, ёк-ламанэ. Хотел же нажать на колоду. Ну. Хотя, ребята, мы и так даже пройдем. Просто Вилли успел, как говорится, вовремя среагировать. Бум. Готово. Победа за нами, ладно. Еще 20 монет получили. Ух ты.
Так, ладно, двигаемся потихоньку, но уверенно. Я не знаю, как с последним будем воевать, ума не приложу, ребят. Мне бы хотя бы уже в топ-3 войти. Так, страйк какой-то у нас здесь. И смотрим, что у него. Оу-оу-оу-оу. Хотя, ребятушки, все у нас отлично. Фига там снайпер что-то бомбит. Но. Да огонь, давай, прекращай уже гореть. Так, зомби тут мешаются нам. Ё-моё, как не вовремя. Но мы прошли. Так, отлично. Наградочку свою заработали. И двигаемся опять же дальше. Фух. Гаталовер какой-то у нас здесь. Давайте посмотрим, что за гаталовер. Тыч. Отлично, сейчас хорошо получилось. Так, 9 уровня, да? Стрелки хреновы. Огонь, ё-моё, ну, да, Вилли не дошел. Но мы расстрелять должны. Так. Да, победа за нами. Еще 20 голды в копилку упало. Смотрим далее. Так, ребята, Динардитен. Динардитен, ё-моё. Я боюсь даже представить. Слушайте, что-то знакомое. Да более... Оу! Блин, его наявили быстрее успел, чем мой. Эй! Неудачно, конечно, вышло. Ну? Да будешь ты... Хлебушек мне дали на дорожку. Вот он, Вилли, ребята, новый труп. Я такого трупа не видел. Мне бы его в обычном режиме бы получить, чтобы, как говорится, пополнить свою коллекцию зомбарей. Ладно, ребят, давайте еще разок попробуем. Я хочу просто проанализировать, что здесь не так, что у нас Вилли... Ага, так. Блин, да что ж за срань-то такая получается. У него 5 уровня этот Вилли сраный. Угу. Так, ладно. Здесь мы с вами что сделаем? Берем просто огнеметчика. Да, я думаю, что здесь нам огнеметчик больше поможет. Это Вилли убирается. Вот этого мы ставим сюда. Хотя нет, мы ставим его вот сюда. И берем также нашего. Хотя зачем нам огнеметчик, ребята? Вот кто здесь сделает все дела. Надеюсь. Сейчас посмотрим, как он сделает дела. Если его Вилли не тормознет, он сделает. Ну, да будешь бомбить. Короче, ребят, его нужно ставить в самом начале. Вот оно, в чем дело. Хорошо, ставлю его в самое начало. Не будет он у меня там где-то вдалеке бежать. Мы его ставим вот сюда. Кстати, а если мы уберем инженера и, предположим, поставим с вами вот так вот? Они его сразу не смогут пробить. Согласитесь? С выстрела, как этого механика. Посмотрим, как у нас пойдут сейчас дела. Ну-ка, поехали. Так, понеслась. Так, Вилли, ядрен ты батон. Да что ж за фигня такая происходит? Чё-то моя тактика, ребят, не срабатывает, ни шиша. Моя тактика не срабатывает. А почему она не срабатывает? Потому что надо все-таки брать огнеметчика. И все, и тогда все сработает у нас. Так, берем колоду. Убираем вот этого вот охламона. Ставим сюда. Где у меня огнеметчик? Слушайте, ну они же не должны, по идее, огнеметчика-то сразу завалить, да? Да, не должны. Вот так вот. Поехали. Вперед, как говорится, и с песней. Ну что, Вилли, иди сюда. А? Вот о чем я вам, ребята, и говорил. Да что ты там брыкаешься? Да, замечательно. Но дальше хуже. А кто там, кстати, первым у нас стоит? Это у нас... Так, секунду. Где он? Хроник Булл какой-то. Черт бы его побрал, этого хроника. Так, попробуем. Я не уверен, конечно, что у нас тут что-то получится. Хотя, кто его знает. На, получи. Да. Изи. Вот он называется, ребята, идеальная подборка команды. Он был героем, стал никем. Развалился, прям в труху мы его разбомбили. И теперь, ребята, я лидер.
Да, я лидер, но колоду, ребята, я, наверное, все-таки поменяю. Потому что я знаю... Хотя нет, не будем менять. Знаете почему, ребят? Потому что... Вот так вот с вами сделаем. Все, меня даже если немножко там скинут, да, например, где-нибудь сюда, я пока доберусь, заработаю еще голды. То есть в этом есть некое преимущество. Так, что у нас тут? Продать. Продать. Нет, это у нас покупается наоборот. Ну что ж, дорогие мои друзья, как-то вот так вот. Я думал, что есть у нас сегодня ивент, связанный там с гастрономом или еще чем-то, но его, к сожалению, нету. Поэтому у нас получается как бы такая коротенькая серия. Но, тем не менее, в лидеры мы все-таки с вами выбились. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребята.